Всем привет, дорогие зрители! В этом видосе я для вас подготовил новую сногсшибательную подборку новых крутых тем для вашего смартфона Xiaomi для его прокачки и улучшения на все 100%. Не теряя времени, давайте приступим. Настройки, темы, личный кабинет магазина тем, официальные эти три темы я уже скачал, вам только предстоит это сделать по названию. Итак, первая тема, которую для вас подготовил, вот она. VOPS V11. Я эту тему называю экстравагантный или дерзкий цветок. Применить. Применяем эту темку. Сейчас мы ее немножечко обсудим. Так, смартфон применил. И пошло дело. Смотрите. Ну, тема смотрится очень интересно, очень уникально. Особенно мне нравится, как смотрятся некоторые ярлыки приложений, такие как фотоаппарат, такие как вызов и такие как YouTube, как ящик. Телевизионный ящик с названием YouTube. Очень классные иконки наших приложений, они мне понравились. Так, смотрим дальше, как у нас смотрится меню уведомлений. Смотрите, красно-серый, золотистый цвет. Очень уникально и красиво смотрится. Мне очень понравилось именно меню уведомлений. Просто жесть. Классное, яркое, сочное. Аж поднимается настроение, когда смотрите на эту тему. Как смотрится меню настроек? Стандартно, ничего особенного. Дальше идем. Как меню ваших вызовов? Золотистый цвет присутствует в преимущественном преобладании. Смотрите, как шрифт наших цифр другой. Он золотистого цвета. Вы набираете номер, все без проблем. Все классно, по-своему уникально. Как смотрится меню нашего блокировки экрана? Вот так. Просто дерзкий цветок, классный шрифт нашего времени. В общем-то, все на этом. Классная тема, сразу хочу вам сказать. Мне она понравилась своей золотистостью, своей яркостью, своим контрастом и сочностью. Тема обалденная. Давайте приступим к нашей второй теме, которую я для вас подготовил. Так, 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 это ненужное закрываем. Дерзкий цветок пока. Кто-то тебя, дерзкий парень, найдется и тебя установит. Это называется тема пальмы. Bulut V11. Применяем эту темку и сейчас посмотрим, что она из себя представляет. На заднем фольме пальмы немножечко размытые. Очень функциональная погода на несколько дней вперед. Время, ну, дата, подпись, число, заявление, до свидания. Так, смотрим, как выглядит меню уведомлений. Тоже по-своему разнообразно. Такие скомканные ярлыки нашего функционала, круглые, движущийся текст. Если функционалчик наш работает, то он цвет имеет золотистый. Классная тема. Как меню настроек? Стандартно смотрится. Меню нашего вызова. Ну, как бы стандартно, да, но... Ух ты, стоп. Но присутствует золотистый цвет наших контактов. Номер стандартный смотрится. Итак, смотрим меню блокировки. Очень важный момент. Опа. Ну, хочу сказать функциональненько. Сколько километров в часу времени. А облачность. Ох, смотрите, как прикольно так оно все разбегается, когда вы свайпаете немножечко вверх. Так, секундочку. Ага, это наш функционал. И здесь есть ярлыки для быстрого доступа. Вот они, справа затаились. Вот так делайте, оп, и высветливаются, появляются ярлычки. Музыка, контакты, сообщения, галерея или браузер. Что вам нужно? Ну, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Так, оп, и оно вместе соединяется. Полуанимационная тема. Вот такая вот классненькая темка, я думаю, она имеет место быть. Что ж, пока у меня камера не разрядилась, давайте приступим к рассмотру нашей последней темы, которая имеет место в своем рейтинге. Так, она называется тема от Sony Xperia. Пока она устанавливается, кому интересна эта мышка, которой я пользуюсь уже 2 года, с сайта AliExpress я ее покупал, она реально обалденная. Я к видео не особо... Как бы я эту мышку к этому видео не готовил, поэтому она у меня вот затертая, грязненько. Тем самым она показывает, что она реально работает и что долгое время я ею уже пользуюсь. Так, пока камера у меня не сдохла, нужно срочно завершать обзор нашей третьей темы.
Так, такие иллюстрации. Тоже имеются классные крупные значки наших приложений. Они имеют свою индивидуальную картинку, вызовы, настройки, там какие-то ключи, отвертки. Классная тема. Так, меню наших уведомлений, ярлычки скомканы на черном фоне, белым цветом. Меню настроек. Ребята, прошу прощения, чуть-чуть я ускорюсь. То же самое, практически стандартное меню настроек, изменены немножечко ярлыки наших функционала этого. Меню нашего блокировки экрана по-своему прикольное. Просто меню быстрого доступа, нажимаете, удерживаете, камера, позвонить, там еще что-то. Менюшка пойдет. Меню наших вызовов. Обычная, стандартная, зеленым цветом клавиатура. Вот такая вот тема, она тоже имеет место быть. Яркая, простая и, в общем-то, такая ненапряженная. Прикольненькая темка. Спасибо, ребята, всем за внимание. Кому интересно, и мне тоже будет интересно, оставьте свои комментарии, какая ваша любимая тема. Будет очень интересно узнать. Спасибо всем за внимание. Еще раз повторю, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем успехов, ребята!